Всем привет, с вами Мимика, и я продолжаю проходить Hollow Knight. Мы все еще в Грязьмуте. Пока что других лавочек я не нашла, и сейчас мы, даже не знаю, попробуем пройти направо от этого прохода, потому что мне очень интересно, что находится за этими воротами. Недаром все-таки здесь есть это место, и... О, что это? Каменная дверь с простым замком. То есть пройти мы туда не можем. Мы должны будем открыть эту дверь каким-то ключом, я так понимаю. Хм, очень интересно. Значит, в любом случае нам нужно что-то выполнить на нижних этажах. Еще бы понимать, что значат вот эти знаки на, как ни странно, знаках. Сейчас бы я хотела, знаете, сходить, наверное, в какое-нибудь другое место по типу... Здесь. Что здесь будет? Да, вот это место, и мне хотелось бы уйти направо, но не как мы тогда ходили наверх направо, а сходить налево. Может быть, там будет что-то? Вот, да. Здесь я точно не была. И выглядит это все очень симпатично. Может быть, даже ниже еще что-то есть. О, какая трава здесь яркая. Все такое синее, туманно-голубое. И зеленые цвета такие приглушенные. Это очень круто. Путь скитальца. Путники Хеллоунеста. Следуйте буйными зарослями и грибными рощами в самое сердце королевства. Там исполнятся все желания и откроется истина. Угу. Откроется истина. Вот это, кстати, очень интересно. О, здесь что-то есть. Интересно, зачем оно тут? А? То есть здесь у меня получается как битва такая. Я не могу же дальше пройти. У меня нет никакого оружия. Я не побью это существо. Тем более, что оно состоит из какой-то брони. В общем, мне сюда рано. Видимо, сюда нужно будет прийти на следующих этапах игры. Определенно. Я пока ничего не могу здесь сделать. О, что-то здесь. Здесь меня не было. Что это за место? Здесь шипы. Мне надо прыгать очень аккуратно. Так. И лети сюда. Но прыгать я туда, конечно же, не буду. Оу. Это было близко. Ты не прилетишь сюда, да? О, черт. Как это плохо. Ладно. Ух ты. Я снова нашла какую-то прикольную штуку, которая мне пополняет души, правильно? Надо подлечиться. Я запомнила совет, то, что нужно лечиться и не забывать об этом. И, в принципе, что нужно убивать всех этих монстриков. Хотя мне и не хотелось бы. Вот сюда я попасть не смогу. Я не умею ни летать, ничего такого. Хм. А если я буду прыгать на края, то я, получается, тоже убьюсь или нет? Попробовать? А давайте попробуем. Да. Хотя это было прикольно, знаете, платформа, на которую можно тоже запрыгнуть, просто нужно было бы прыгать очень аккуратно, потому что, опять же, как я говорила, боком попадешь, на лезвие наткнешься. А это не очень круто. Так, и здесь у нас что-то было. О! Есть еще и это место. А, ну здесь мы были. Угу, с картографом.
Может быть, у него, кстати, что-то новое для меня есть, но сомневаюсь. О, кстати, я ведь так и не представился, да? Приношу мои извинения. Когда так много времени проводишь один в компании собственных мыслей, нередко забываешь приличия. Меня зовут Корнифер. И сколько я себя помню, я всегда любила исследовать мир. Представь себе, как только я вылупился, ты сразу же убежал смотреть по сторонам, оставив мою мамашу с братьями и сестрами недоумевать. Именно поэтому при первой же возможности я со своей женой переехал в Грязьмут. Такое огромное королевство для исследований, только выйдя за порог. Да кто бы мог устоять? Ладно, не буду тебя задерживать. Если удача соблаговолит, мы встретимся снова. Будь осторожнее и прощай. Что ж, хорошо. Пришли, узнали немного его историю. А теперь мне интересно, что вот здесь находится. Так. Ой, там что-то на фоне шевелится. Какой-то червячок будто бы. Да? Вы посмотрите. Так как это называется? Жвалы? Да? Такие... Жестко очень выглядит. Ну, не классно, но при этом очень жестко. А как же мне туда пройти? Как мне наверх пройти? А! Как мне вот туда наверх пройти, чтобы полутать вот эту штучку? Может быть, я могу как-то здесь подпрыгнуть? Нет, лучше не рисковать, да? Я тоже так думаю. Ну ладно. Придется, видимо, ждать каких-то талантов, навыков и так далее, которые помогут мне развить эту способность. Не знаю, что здесь будет, но в любом случае какие-то есть места, до которых я просто не могу добраться. Возможно... Ой. Тут какой-то монстрик с мешочком чего-то. Ну, выкидывает много таких же монстриков. Так, видимо, до него нужно долететь. Да. Вау, как много из него выпало. Супер. Оп. Ой, привет. А ты кто? О. Кто это был? Не рассказывайте, пожалуйста, но это очень милое было существо, и я его... Походу, выпустила? Наверное, это хорошо. Наверное. Не знаю, чем это чревато, но посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, за это нас вот эти червячки перестанут бить? Здесь, потому что они прям за нами охотятся. Какие-то птицы полетели будто бы. В общем, там очень много, видите, на фоне всех этих червячков. И выглядит это все крайне опасно. О! Слушайте, я думаю, у меня получится кое-что сделать. Так, надо полечиться, во-первых. Нельзя забывать. Вы говорили, что здесь есть еще скамеечки, но пока что я ни одну не нашла. Думаю, что все-таки стоит на нее наткнуться хоть где-то. Кто тут? Сюда кто-то пришел. Класс. Подождите, а мы же здесь были, нет? Это мы, получается, сразу же налево пошли. А здесь сверху кто-то есть, походу. Подождите. А, точно. Да, точно, точно. Все, я вспомнила. В принципе, здесь можно заморочиться и вспомнить, как ты ходил везде, без карты. Со временем, я думаю, так произойдет. Так, пускай они вниз падают. Я не против. Все равно мы, скорее всего, их подобрать сможем. Да. Потрясно. Так. Еще раз туда, потому что там справа еще одна была штучка. О! Что
Что это такое за место? Мы нашли какое-то новое место. Как это классно. Только я сначала вот эти вот это ему подберу, потому что они, наверное, перепродают от перехода с локации на локацию, если вдруг я так сделаю. А что налево? Угу. Понятно. Блин, здесь так классно. Что тут внизу? О, что это за место? Какой-то источник. А я могу наступать в воду? Она целебная. Я так почему-то и подумала, что она целебная. Супер, здесь есть лавочка. Значит, под карнифером. Чуть-чуть ниже и наверх. Справа. Супер, я так рада. Я так рада, что здесь есть лавочка. Здесь можно вылечиться и сохраниться. Класс. Просто... О-о-о. А почему это место теперь закрыто? Почему играет такая серьезная музыка? Неужели я сделала что-то отвратительное? Может быть, я сквернила этот источник? Вы не удивляетесь тому, какие предположения я строю? Потому что все-таки я всего ждала от игр. Всякие игры я повидала и всякие повороты сюжета видела. Чтобы чего-то уже мочь ожидать, знаете, от... Ага. Ага, это был такой челлендж. Ну, я схожу подлечусь, пожалуй. Это был челлендж. Надеюсь, он сейчас не повторится. Слушайте, как красиво. Какие шикарные анимации в игре. Очень люблю. Вот от души. Я думаю, что если бы эту игру увидела моя... подруга-художница, которая когда-то нам на канал делала арт, то ее бы впечатлило. Это очень... Ну, я не скажу, что подходит к ее рисовке, да, но... Сами вот эти полутона... Блин. Они что-то напоминают из ее работ. Так, я куда-то дошла. Мне определенно стоит полечиться, что я сейчас и сделаю. И там что-то происходит. Еще одно логово с червячками. Снова место, куда я не могу добраться. Есть внизу жучок, с которым я хочу подраться, чтобы получить... Вообще, это, наверное, очень эгоистично, знаете, драться с кем-то, чтобы получать... Блин, все время забываю, как эта валюта называется. О, там сверху что-то есть. Наверное, за этим я туда и должна буду подняться. Эгоистично убивать кого-то, чтобы просто что-то с этого заиметь. Поэтому я не то чтобы это очень поддерживаю. Однако, если в этой игре, скажем так, это не карается, то ладно уж. Кстати, они убили сейчас жучка. Ну ладно. И куда же мы придем? Угу. Наверх. А ты агрессивный, я смотрю, летун-то. Летуны агрессивные, ёжики агрессивные. О, там еще жучки, смотрите, сколько их. Хорошо. Ну, просто заранее атакуем, мы не даем к себе прикоснуться особо. И что я здесь могу сделать? Может быть, это просто место для разбега какого-то, или я смогу как-то прорубать стены себе в будущем. Пока без идей. И там внизу есть еще вроде какой-то проход.
Ладно, пойдем пока что сверху. Смотрите, как хитро. То есть мне нужно, скорее всего, пожертвовать собой ради вот этой штучки. Но я не буду этого делать. Так. Что значит этот знак? Куда мы выйдем? Интересно. Какое интересное место. Ну что ж. Мой лут подъехал. Так, что-то направо. Вот это уже знакомые места. Хотя... Куда бы пойти? И мы там, получается, не исследовали до конца местность. Неплохо. Меня неплохо так ударило. Хорошо, мы туда пока не пойдем. Блин, это все летуны. Это все не виновато в том, что со мной сейчас происходит. А там есть вроде какой-то подъем. О! Я знаю, куда это. Блин, мы же сюда спускались и не могли подняться никак. Ой, опуститься, это же этот проход. Я поняла, где мы. Слушайте, здесь такая темнота. Да! Нет. Я, пожалуй, прям дальше сейчас не пойду. В плане того, что мы открыли это место, и мне стоит подняться наверх. Я помню, где это примерно. И мне очень реально стоит подняться наверх и вернуться обратно, потому что у меня мало жизни и... Ну вот, собственно. Что и требовалось доказать. Я здесь умерла. И при этом мне теперь идти обратно с этой лавочки. А я дошла очень далеко. Но хотя бы я так понимаю, что у нас все сохраняется. Ой. Прям было близко. Можем попробовать шанс еще некоторые места смотреть. Так, туда вниз я пока не пойду. Ой, не хотела я этого делать. Да, туда я не пройду. Классные червячки, конечно. Если бы еще меня не били, было бы... Цены бы, цены бы не было. Как неловко было. Причем сбоку от меня лавочка, я туда не иду. С хилкой. Ну ладно. Это я умею. Ну ничего, сейчас мы подлечимся. Правильно, ребят? Правильно. Иди сюда. Есть. Я хочу очень сильно пройти снизу, что же здесь будет такое, потому что... Меня очень смущают некоторые вещи. Но, судя по всему, здесь обход. Тогда, может быть, пройдем налево. А, там были только эти ребята. Подождите, а наверх? Наверх я ходила? Давайте-ка проверю. А, ну да, да-да. Сверху я тогда и прошла же ведь. Вроде. Да, да, я тогда сверху прошлась. Да, обидненько. Ну ладно. Сюда мы наверх добираемся. И здесь я пошла тогда. Далее. Но я пошла наверх.
Здесь еще одна лавочка. Ух ты! Автомат для сбора платы с символом рогача. Ставить, Гео? А, нет, да. Пока нет. А что это такое? Здесь какие-то ворота. Слушайте, а я сейчас заберу Гео и попробую туда вставить. Надо запомнить, что это называется Гео. А то аж стыдно. Мне который раз в комментариях написали, что это Гео, а я, как всегда, та еще сосиска. Что? Я наверх пошла вроде. Тогда... Да, я была наверху. Здесь что? Где-то кто-то спрятался опять в своем коконе, капсуле. Не знаю, как это назвать точнее. Но кто-то прям говорит сейчас. Меня очень сильно радует, что я теперь смогу вернуться. Иди сюда, мой дорогой. Отлично. Мы забрали Гео. И теперь я хочу туда сходить. Нет, все в порядке. Хорошо, все в порядке. Это мы тут были? Нет, мы не тут были. Ёжик, прости меня. Вот, мы были тут. Я еще раз присяду отдохнуть. Примерно сейчас помню, где все лавочки находятся, но тем не менее... Да. Что это значит? Это куда-то проход, но я туда не могу пройти. Почему? Почему я не могу туда пройти? Я хочу туда пройти. Или просто слишком рано? А как? О! О! А? Приветствую, Кроха. Как давно я не слыхал звона вокзального колокола. Его эхо разлетелось по туннелям и позвало сюда к тебе. Последний рогач. Ни хрена себе. За эти годы я стал слаб. Да туговат на ходу, многое забыл. Но звон колокола всегда зовет меня на вокзал. Туннели рогачей уходят далеко в глубины Холлоунеста. Коль хочешь путешествовать по ним, найди платформу и позови меня. Я отвезу тебя куда надо. Вау. Вот что это такое. Грязьмут вокзалы, забытое перепутье. Грязьмут и забытое перепутье. Слушайте, как классно. Ну, пускай он здесь побудет. Мне очень интересно посмотреть, что будет там дальше, когда я пойду, потому что там еще очень много мест, которые надо исследовать. И мы их отвратительно прям пропускаем. Во-первых, что находится вот здесь внизу? Я здесь не была. Что находится здесь справа? Что находится еще ниже? О! Супер! Правда, сейчас, наверное, это не очень актуально, но в любом случае. И еще какое-то место, смотрите. Ух ты. Что это? Кто-то за нами идет?
Наверх проход. Блин, еще одно новое место. Здесь действительно нужна, наверное, карта. Ух, ты кто? Я не буду его атаковать. Он что, охраняет это место? Да, я даже не могу его атаковать. Мне нужно его пробудить, наверное. А, я вообще здесь не могу атаковать. Или у меня мышка отключилась? Подождите. Нет, вот тут я могу. Да, это у меня мышка отключилась. Матка, жук. Мама. В общем, это босс. О боже. А можно увидеть его хпшки, пожалуйста? Блин. Мамочки. Мамочки, сколько вас же здесь? Давайте по одному, ребят. Я вас прям в углу здесь забью как-нибудь. Если для кого до кого-то дотянусь. Это очень, очень сейчас стрёмно было. Я думала, что здесь будут, скорее всего, какие-то боссы, но вот так вот. Прикольно, кстати, сделаны. Очень прикольно сделаны. Но очень страшно было, когда такая большая штука на меня нападает. И явно серьезная. Так, еще надо полечиться. Да, меня сейчас сильно испугали. Все. Фух. Ладно. Допустим. Кто тут такой? А я не могу до туда добраться. Но там точно есть лавочка. Блин. Очень интересно, что там, но я не могу добраться. Ладно. Хорошо. А кто тут? Ура. Простофиля, ты держишь свой гвоздь, как дубину. Эсми, как глубоко еще нам нужно идти? О, что? Ты кто? Вот оно что. Мы в старой деревне. Что за чудные грезы привели меня сюда? Не найди ты меня, я бы вряд ли когда-нибудь проснулся. Меня зовут Слай. Я живу вполне себе обычной жизнью наверху, в Грязьмуте. Воздух в этих руинах не по мне, так что будет лучше, если я поспешу домой. Если вернешься наверх, заходи ко мне. Пожалуй, я самое дружелюбное создание на поверхности, и я должным образом возблагодарю тебя за спасение. Ага. Значит, ты исследуешь мир? Смело, ничего не скажешь. Множество отважных странников, ведомых жаждой открытий, сгинуло в этих старых пещерах.
Но у тебя, я погляжу, есть гвоздь, и по одному твоему виду понятно, что ты умеешь им пользоваться. Ну что ж, мне нужно довести его до Грязьмута, я так понимаю. Не знаю, каким образом. Но, тем не менее, так, разобьем эту штуку. Мне она не очень нравится. А что у нас налево? Налево у нас ничего нет. Хорошо. Ну, как хорошо? Я думаю, все понимают это хорошо. Как ничего хорошего, но, в принципе, тоже сойдет. Так, что наверху? Наверху странное место, куда я тоже не стала идти. Вот сейчас бы куда-нибудь пошла и не увидела вот это создание. Не побилась бы с боссом. Это прям опасненько пропускать такие вещи. Что это такое? Дверь с прорезью в ней. Угу. Ну и это как бы все, что мне говорят об этом месте. Что это опять? Скрытые места всякие разные. Ну, я так понимаю, сегодня мне туда рановато идти. А жаль. Ну вот ты пойди и угадай, что им от тебя нужно именно сейчас. Да что ж такие малютки, а так меня бьют. Отлично. Правда, это было очень близко к тому, чтобы я опять умерла где-нибудь. А мы прошли все-таки очень много, и я не хочу умирать. Я не хочу сейчас умирать. Я буду всеми силами пытаться добраться до верха какого-нибудь лавочки, потому что, блин, здесь босс был. И это очень опасно. Да что ж ты, давай допрыгнем. Ну давай допрыгнем. Я уверена, что это не настолько больно, как ты мне хочешь сказать. Нет, 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 нет. Я иду назад. Я иду назад, здесь слишком страшно. Туда налево, потому что там была вроде как лавочка, и я смогу хотя бы сохраниться. Я считаю, это очень важно. Как я уже говорила, мне совершенно не нужны проблемы. Здесь, что ли, это было? Или нет? Ну, где-то около того, да? Мы пришли еще в какое-то странное место. Я не могу туда пройти. Понятно. Мы свернули не туда где-то. Супер. Интересно, что это значит? Что это за место такое? Что ж, тогда я думаю, что мне нужно идти наверх, чтобы достигнуть какой-то точки. А может быть и нет. Подождите, вот здесь вот, по-моему, был какой-то проход. Наверное, это сюда. Да. Во-первых, сохраниться.
А во-вторых, раз уж у нас здесь есть возможность поехать, давайте прокатимся до Грязьмута. Очень интересно. Ух ты! Только как-то быстро это было. Ну ладно. Это было, правда, реально очень быстро. Так, это лифт был вниз. Какие-то записки. Видимо... Видимо, теперь мне доступен вот этот вокзал. И я смогу путешествовать. И тут еще какое-то место доступно стало. Супер. Давайте поговорим со старейшиной. Ох, что за дела? Наш лавочник вернулся. Просто взял и забрел к себе в дом. Я-то надеялся, что он расскажет мне о своих похождениях, но он, кажется, почти ничего не помнит. Может, просто не выдержал тягот путешествия? Если захочешь что-нибудь у него купить, будь начеку. Цены заламывает, будь здоров. Конкуренции нет. Вот в чем проблема. Плохо для рынка. Но он, конечно, не жалуется. Здорово. Что ж, снова мы заканчиваем на этой лавочке. В следующий раз я обязательно зайду ко всем присутствующим здесь теперь новым созданиям. С ними пообщаемся и продолжим, скорее всего, изучать то место, откуда мы сейчас приехали. Во всяком случае, я постараюсь. Что ж, если вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки. И, конечно же, я жду ваших комментариев. Всем пока-пока. И до встречи!